Привет. Я Морис Циммерман, 17 лет, а это мое поколение. Поколение Z. С безграничными технологическими возможностями. И что мы с ними делаем? Меняем лица. Это ты-то добьешься чего-то один из всех? Каждый успешный человек начинал непопулярным придурком. Ботан сейчас, завтра босс. И каков план? Как продавать наркоту онлайн? Бум. Это самое преступное из всех твоих идей. Я слышал, ты продаешь экстази. Продаешь экстази? Если это сработает, сможем делать, что захотим. Первое правило лавки. Мы не говорим о лавке. Бойцовский клуб. Никогда его не смотрел. Ну и сколько тебе надо? Все. 21 заказ за 3 дня. Может, ты вчера хотел устроить вечеринку? Вот оно. Мой час. Ты хочешь побить Морриса? Посмотрим. Тогда входим. Я не отнес дилеру долю. Где деньги? Остальные я скоро отдам. Ответ неверный. А если отдать сейчас? О, прости. Это верный ответ. Ботан. Сегодня. Босс. Завтра. Да, это вот так все и вышло. Как продавать наркоту онлайн? Быстро,